Да, сегодня Департаменту внутренней политики было вынесено на заседание исполнительного комитета программа «Молодь Одессы 2020-2022 год». В принципе, молодежным направлением, понятно, что занимается давно, но данное направление именно молодежное было в программе «Освита». Но сейчас, когда полномочия по молодежной политике и работы с молодежью были переданы Департаменту внутренней политики, было принято логичное решение, что молодежь города, наверное, достойна того, чтобы программа для молодежи была отдельная, и для того, чтобы ее развивать и как-то потихоньку модернизировать, она должна быть самостоятельная. Поэтому было принято решение сделать такую программу, вынести ее сегодняшний исполком. В программе два основных направления на сегодняшний день. Это работа молодежного совета при Одесском городском голове, который проводит свои мероприятия. И также то новое коммунальное учреждение, которое было не так давно реструктуризировано. Это молодежный муниципальный центр города, который будет также заниматься и развиваться в плане развития молодежи, молодежной активности, молодежной занятости. Что касается молодежного совета, сумма осталась в пределах бюджетного финансирования, как и в этом году, это 795 тысяч гривен на год. Что касается финансирования коммунального учреждения, там порядка 4 миллионов в год, но это имеется в виду, конечно, зарплата сотрудникам и педагогам.